Ну, жду хорошей подготовки к новому сезону. Побегать надо побольше, физики не хватает. Вот. И игры еще там будут товарищеские. Он получит игровую практику еще в Сербии. А новый регламент чемпионата, спаренные матчи, это хорошо или плохо? Ну, в какой-то мере хорошо, потому что больше игр будет, больше игровой практики также. Все будут побольше играть.